Доброго всем утра. Сегодня у нас 5 сентября 2023 года. Как всегда, самые голодавшие, дитявшие кошки ждут жрать. Мамуля красотуля накормила собаки. Но кошки здесь, как всегда, налила молока им. Мусик уже по подбородку видно. Глотал молоко. Мышка. Да? А ты-то что? Ешь давай. Ну все, сейчас все. У нас вот такие корма. Ягненок в соусе. Кеша не ест ягнят в соусе. А, курица в соусе. Вот это Иннокентий. Ну-ка не вякай. Мышка. Убираем пятые точки. Сперва открываем, как всегда. Подождите маленько. Мыша молоко пьет. Бежит. Чё, напилась? Так, Иннокентий, сперва для тебя. Ну-ка, вы озабоченные, самые озабоченные. Мусик, Кеша, ешь давай. Буська, Мыша, ешь давай курочку. Ешь. А ты чё сидишь, ешь давай. В соусе, Кеша. Блин, ну что вы за кошки за такие? Кеша, да ну и вас нафиг. Чё за кошки? Ты чё в соусе курицу-то не ешь? Ну-ка не быковать. Короче, Кеша, иди ты нафиг, надоел уже. Нету у меня в желе, у меня только в соусе есть. Ешь давай. Чё ты бегаешь туда-сюда? Ну-ка ешь давай курицу. Мыша, он ест? Нормальная курица. Знаете что, господа, вы зажрались. У Буськи не отбирай. Побежал отбирать у Буськи. Он мышка наворачивает и с Буськой. А вы тут два эхолота. Зажрались. Вот что туда-сюда ходить? Вот. Короче, ну вас нафиг. Вы зажрались, господа. Вот так я вам скажу. Вы у меня позаелись. Пойдете мышей тогда ловить. Кеша, а желе нету? Курицы желе нету. Извини. Мусик, иди дай. Зажрались. Чего сидишь думаешь, а, сынка? Чего сидишь думаешь? Пусть доедает он паровоз. Заелись, господа. Заелся. Он любит в желе. Ты чё там? Чё? Дай, хвостиком машешь. Дай, Иннокентий. Посмотрим, что там у нас изменилось в огороде. Изменилось, не изменилось. Не изменилось. Пока ничего нам здесь не изменилось. Очки до сих пор цветут. А что им растут, да растут. Опять задаюсь вопросом, что потом с ними делать, с этими кабачками. Ну хорошо, растут. Кабачками накормим весь мир. Ладно, здесь все как обычно. Как обычно. Вот сюда буду блоки ставить. Сейчас с отцом спорили. У нас там, где вагончик стоит, есть армированные железные плиты. Одна плита. Как ее поднять? Воровайкой. Машинные краны. Ладно. Спорим. В принципе, вот так. Еще песок буду натаскивать. Буду песочек натаскивать. Песочек натаскивать. Кроме-то мало тут песка, да? Песка еще мало. Еще потаскаем. Динь-д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 инь наш.
самый любимый огородик. Ну что, пока пойдем домой. До дома, до хаты опять трава растет. Она колебала уже, эта трава, как газоны растут. Крайний раз уже осенью буду все скашивать. И на улице тоже. Пришло время убирать вот эту доску. Здесь надо спиливать. Сейчас меняю круги. Пока покопаюсь, позанимаюсь, ее надо убрать. Будет. Сделаю. Времени займет немало. Там надо 4 этих спилить. Потом аккуратно ее убрать. Меняю сейчас диск на шлифмашинке. Поменяю. Не знаю, маленькие подлезу, не подлезу. Посмотрим. Сейчас круг сменю. Ну а пока, в общем, занимаюсь. Пока не до песка таскания, а доску уберу, в общем. Все, я убрал доску. Поспилил. Сразу убрал шлифмашинку. Пока так у нас выглядит. Пока вот так. Пока так. Надо будет ворота, потом дожди пройдут. Надо их будет смачивать, очищать. Пока так. Клумбы поставлю вот сюда. Пока здесь резина стоит. Промучился, но отпилил ее. Убираюсь помаленьку. Да, кошки? Тяжелая, да? Тяжелая. Надо ее сейчас унести будет. Давай, бысик. Бысик, Матькович. Бесяндрик, чего? Ползешь. Пока я там поработал немножко. Мама здесь дожаривает. Тыквенно-кабачковые оладушки. Вчера не все дожарила. Они жарятся медленно. Долго. Маслица. Все как надо. Потом будем кушать. Погода ходит пасмурная. Красота. Бегал я в магазин. Не было ни кефиров, ни соков. Но мне надо на готовку кефир. Я подумал, что взять. У меня здесь осталась еще колбаска вот такая. Я потом приготовлю что-нибудь. Взял газировки. Вместо кефира буду использовать вот такой йогурт. Ничего нету, ни молочки. Вот такой вот. Также яйца туда пойдут. И молока. Молочко тоже нету, последнее забрал. Вообще ничего нету, ни доставок. Ничего. Так, продолжение. Продолжение. Хорошее продолжение. Кабачковые эти, тыквенные, буду снизу брать, кушать. Мне они вчера очень понравились. Вкусная такая вещь. Как раз сейчас позавтракаем. Мама начищает картошки. Сейчас я налью кофе. Это получается пообедаем уже. Да пойду опять таскать. Кого? Поем, говорю, пока дождей нету, опять таскать пойду. У меня как раз половина вчера оставалась. Да, я мне сразу включу чай. Мама, отец кушать будет. А я еще сама хочу. Чуть чай. Мама, хочешь супчик с фрикадельками своим? Да, нет. Просто фаршиком. Чисто фаршиное это? Да, ладно.
И тур от пива, оно у меня такое жиденькое. И кадыки не удержатся. Понятно. Икра там будет. А у меня же есть еще это. Что есть? Бульончик. Я сейчас половину делаю это. А то... Боже мой. Баночка вывалилась в холодильник. Второй раз вывалилась. Куда ж ты это? Выпрыгиваешь. Не хочешь там нет ни холодильника. Банка сама выпрыгивает с холодильника. Не хочешь холодильник сидеть, говорит. Я говорю, жрать. Жрать, сына. Открой меня и съешь. Захомячь вместе с железкой. Что, открыть ему? Давай я открою. Нет, ну, неси. Я сейчас махом. Принеси. О, мах. Пожалуйста, принеси. Так, давай, кто в доме мужик? Давай. Жирными руками. Жирными руками, конечно. Все, да. Ну что, нету это? Как я открыл. Вытереть руки, что ли? Можно подумать, что нет. Есть туалетная бумажка. Вот, кстати, салфетки есть, они убраны. Салфетки, иди. Неохота. А я не люблю их вытирать, я их мою. Неохота. Я иду сразу. Крупчик вот толчку. Нахлебаемся. Там вот маленький тут не надо еще донести. Маленько, а что сметану не купил? Ты ходил туда. Там молочки не было вообще. Молочки не было? Там ни молочки, ни соков, ни это. А что у нас не вторник? Не знаю, почему там не довезли, не привезли, может, какая-то это. Поставщики. Молочку. Там все сожрали за выходные. А они понемножку заказывают, отбирают. А здесь же самое ходовое, здесь и останавливаются. Здесь каждый берет, собирает. А что для счастья надо? Хлеб, яйца, конфеты, сигареты, рыльно-мыльное, например, вот эти. Ну и все. Что еще? Чай, кофе. Там много там. Ну, там выбор много. Там товаров там много. Там, да. Но они всего там помаленьку. Магазин. Да. Но они всего помаленьку возят. Что там есть? Да. Хорошо, удобно. Надо сходил. Ну, что-то я быстро на хватал там. Мама Галина нарезает. Картошечку. Я, наверное, все наелся. Сейчас кофе налью, да пойду. Ходить буду туда-сюда. С лопатой, как всегда. Вот. Потом как раз мне это, ну я приготовлю на запеканку. Запеканку я завтра делать. Если я приготовлю, чтобы не завтра это. Готовить запеканочку. Угу. Картофель. Ну что, ролик продолжается. Потрапезничал. Идем вкалывать, попутно что-нибудь снимать. Видно погода, такое состояние, полусостояние видно. Но, Игорь, я тебе сказала, что там стоит чашечка с мятком. Где чашка? Ешь ее. Не хочу я. Ну как не хочешь? Ну не хочу. Да ешь там, осталось на мясо. Чашечку с мяском сынка сейчас не хочет. Ну вот вчера. Да, вот как-то наелся. Готовил, там чуть-чуть, да? Можно доить? Можно. Вот. Дойди. Ладушки. Ролик продолжается. Пока не буду на этот фотоаппарат снимать, я сделал такую отмостку, засыпал здесь и здесь, чтобы проезжающие машины, например, либо ты заезжаешь, могли проезжать. Повозил это все, сделал. Колеса просто убираются, выкидываются, пока оно еще не высохло. Все отмостки вот такие сделал. Планирую потом очищать. Придут дожди. А потом с ведерком выйду, когда будет мокрое. Вот здесь все очищу. Очищу. Да, спуски. Доска лежит. Кстати, я уже иду по второму кругу. Пока на Олимпус не буду снимать. Глючит батарейку и не сохраняет. Какая же тут тяжелая лиственница. Кстати, кто не знает, лиственница, если не подвержена соли, воздействию соли, она с годами, на улице находясь под дождичками, она становится плотнее, тяжелее и
прочнее. Пойдем посмотрим, сколько песка натаскал. Кстати, единственное, что ее, ну, от чего она гниет, разрушается, это соль. Это соль, она все уничтожает. Тяжелая собака, она еще сырая. Так, думаю, столько песка пока хватит. Да? Здесь, в принципе, кучка-то небольшая. Но вот это строение. Ну, пока не хватит, потом еще придется натаскивать. Здесь цемент, там же еще с цементом все пойдет. Раствор. Ну, я еще пару лопат занесу. И закрою. Пока отсюда закрою. Пока закрою отсюда. Погода меняется. Тучи бегут. Я пока иду домой, занесу фотоаппарат. Ой, какая тут вкусняшка, вкусняшка, горячая еще вкусняшка. Нежная, знаете, нежная, вот такая штучка. И совсем не сладкая. Ну, классная штучка. Здесь мама сварила супик. Эту штучку я выпущу, получается, завтра выпущу. Я приготовил обалденный этот пирог. По-новому, снова сделал. Мама сварила супчик. Буду хлебать супец. Смотрим наши местные бесконечные новости про всякую ерунду. Ждем, когда покажут погоду. Не, мне нравится. Пирог нежный получился. Он такой очень нежный. И не сладкий, как я уже сказал. Я даже покажу. У меня сладкий кирт у тебя получился. Нет, он не сладкий вообще. Он... Я не хочу, я поела. Я ладно, поела. Вот такой у нас. Пропеченный, но нежный, 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 нежный. Да. Вкусней, 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 вкусней. Это у тебя начинка колбасы, да? Колбасу начинка. А я покажу, как готовлю. Здесь по минимуму муки. Его можно как десерт. Чашечку ложишь, ну он действительно вкусный. Я не хвалю его. То творение, которое я приготовил. Но он замечательный. Я редко о каких блюдах говорю, что. Ну вот классно получилось. Структура. Короче, закат. Дожди. Да он закат какой градный. И ветер холодный подул. Плюс 12. А холодно. Холоднее, холоднее. Не ветер прямо. Холоднющий подул. Ну, в общем, холоднее, холоднее. Короче, классный пирог. Молодец, Игорь. Молодец, сынка. Молодец. Так. Ой, а правда он нежненький такой, мягонький. Я потрогала, он мягонький. Он сам по себе, у него структура такая. Тут муки фактически нет. Тесто нежное. А ты сюда яйца, да? Наверное, я пишу. Потом покажу в ролике. 5 штук, которые ты это... Я покажу. А йогурт, ты сюда йогурт добавлял или кефир? Я потом покажу в ролике. Я же ролик снимал. Если кому-то будет интересно, конечно. Да. И супик вкусный. Все вкусно. Так, а там и колбаска вкусная. Судочки туда-то кинула, там вот эти вот. Мелкие это, людочки.
Надо еще к этому наливать, сейчас еще к этому налью. Супчику. Вкусненько. Так. Сейчас уже домой бежать будут. Ладно. Любимые актеры. Что, к нам Певцов приезжает, что ли? Кстати, знаете Певцова? Играл вторая часть «Адвокат» в бандитском Петербурге, где он прославился. Он отлично сыграл роль. Для своего возраста на данный момент он и во многих фильмах играл. Певцов. Он выглядит хорошо. Ему уже, наверное, больше 60. Вот для своего возраста он выглядит классно. То есть, немного. Вот его жена. Кто из актеров может похвастаться? Уже взрослый, по-моему. В общем, все вкусно. Вкусненько. Все, поужинал. Время у нас получается 19:35. Вечер 5 сентября. Он, кстати, Певцов мне нравится как актер. Нет, почему? Он хороший актер. Он такой позитивный. Чисто сам по себе. Без этих понтов, как многие. Во второсортном сериале кто-нибудь снимется, а потом пальцы гнет. Или одну песню споет за всю жизнь, потом пальцы гнет. А вот таких людей, как он, мало. Все, доем пирожок. Классно. Кисы, кстати, кушали этот супчик. Два раза наливал. Я один раз наливал. Я один раз наливал. Я не знаю, вот на ночь налить им или нет, или завтра это. У них дома. Там сейчас дождь пойдет. Нет, ладно. Я завтра лучше налью. На этой прекрасной, замечательной ноте. Всем вкусняшек, отличного, ой, насешится, отличного настроения, действительно. Я сегодня работал, ходил, загоревший, как кочегар. Вот есть кочегар, афрокочегар. Где? Ладно, всем вкусняшек, отличного настроения. Не буду я сегодня мыться, я не хочу что-то, не могу я сегодня мыться. Не хочу. Я хочу, чтобы мои пяточки были грязненькими, черными и земельными. Надо это пошуть, пяточки. А нет, я вчера пятки мыл. Кстати, вы не знаете, я в душевой кабине всегда на ночь, прежде чем лечь спать, я мою ноги, мою пятки. Это мама меня 40 лет назад приучила. Ага, какой 40 лет тебе? 40 лет нету. Мне 40 лет нет. Конечно, 36. Мама говорит, тебе 39. Что-то уже забегаешь вперед. Да. Ну все, на этой замечательной ноте. Вот так и день прошел. Что-то шевелимся, что-то делаем. Жизнь идет, жизнь продолжается. Всем вкусняшек. Отличного настроения. Майонезик уберу. Кстати, никто не заметил, сыночка мало кушал майонезика. Это от того, что пирог настолько вкусный, замечательный, увлекательный, что ему место в музее, как самого лучшего пирога в мире, во вселенной.
Не буду умничать, поясничать. С вами был Ильи. Всем пока-пока. Ваша добрая, самая любимая семья. Мама там смеется. Тебя все равно не слышно. Знаешь, мам, почему? Потому что микрофоны у меня тут. Опять. Если бы ты равномерно ел, то ты опять наелся, накидался, мама говорит, стихи читала. Непонятно что. Всякую ерунду наелся. Да какую ерунду? Вкуснятину. Наелся. Ладно, с вами был Ильич. Всем пока-пока. Мы еще увидимся. Убираю все со стола и иду отдыхать после тяжелого трудового дня. Всем пока-пока.